В воскресенье во многих странах отметили первый Всемирный день йоги, включая Россию. Хорошенько прогнуться удалось и жителям Нарьян-Мара. День летнего солнцестояния они начали с полуторачасовой практики во дворце спорта «Норд». Ну, а по случаю празднования Всемирного дня йоги в Заполярье приехал представитель посольства Индии Виас Мадан. Возможность сесть в позу не упустила и наша съемочная группа. Освобождение от материального – вот конечная цель классического учения йоги, древнейшей философии Индии. И йога связывает тело и разум и дает возможность продлевать жизнь. Йога очень полезна для жителей севера. Она делает тело гибким, а это очень важно для вас. Огромное спасибо жителям Нарьян-Мара за то, что вы поддерживаете эту терапию и делаете упражнения. Йога обеспечивает комплексный подход к здоровью и благополучию, отмечается в резолюции. Присоединиться к открытому занятию приглашались все желающие, независимо от пола, возраста и физической подготовки. Главное – стремление развивать свое тело и дух и поддерживать свое здоровье. Занятие прошло под руководством преподавателя йоги с 3-летним стажем. Данное направление у нас в округе развивается не так давно, как хотелось бы, да, или как в других более крупных городах. Но оно развивается активно, у нас появляются новые тренера, приезжают к нам люди, и жители интересуются данным направлением. 1,5 часа асан под звуки индийских мантр пролетели незаметно. Участники отметили высокий уровень концентрации и душевный подъем. Каждый получил коврик и футболку для дальнейших практик. Татьяна Поздеева, Надежда Литкова, Антон Выдряков, телеканал «Север».